Продолжаем движение. Вторая серия маршрута Москва-Крым. Движение идет в объезд трассы М4 Дон, в объезд платных участков. Ну, в этой серии пройдем через так, ну это мои советы, мой трындеж. Ладно, значит, и в этой серии пройдем через попутные города, через город Липецк, через и Воронеж. Я небольшая такая покатушка по этим городам до центра, ну а от центра опять путь. Да, это так. Суеты. Проедем через город Данков. Малый город России. Я ни разу в городе Данков не был. Единая служба спасения 01. Автомойка, мой дом справа. Что за справа? И где его не пролетарали? Это кто его вызвал? Нападение 36-летний Бенджамин Руман совершил во время тюремного отпуска. Заключение волнения, которое все это произошло. Вот при подъезде к городу река Дон. Наверное, приток Дона. Не знаю. Сегодня в 10
В общем, здорово меня подвел навигатор, оператор 300, по-моему, 50 рублей за один день на навигацию. Это, по-моему, дороговато. Вот Данком, наверное, от слова, от имени Данка. Через город Данка. Вот по улицам города немножко проехал. Думаю, интересно будет смотреть в обычном режиме. На втором аккаунте. Но это будет гораздо позже. Ограничение 20. Сдохнуть можно от такого резкого звука. Так, проехали практически город Данков. Основная часть города с левой стороны по ходу движения. Двигаем сейчас по улице Мира. Трасса Р-205. Затем поворот направо, трасса Р-205 и Р-126. Да. На видеорегистраторе... На видеорегистраторе... убрал ограничение, автоматическую регулировку звука, поэтому так орёт. Так, ну вот на трассе покинули город. Впереди мобильный пост ОПС. Ограничение 60. Да, придется помучиться немного с таким сопровождением. С правой стороны по ходу вдоль дороги тянется река Дон. Ну, впереди, походу. Впереди город. Ограничение 60.
впереди по ходу движения Новонильская. Блин. Вот меня это напрягает, этот громкость Датакама. Проехали город Новоникольская. С правой стороны по-прежнему виляет русло реки Дон. Полотно дороги вполне приличное, и обочина, и разметка. Государева дорога в объезд платных участков М4 Дон. С правой стороны поселок Сугробы. Опасность. Ограничение 40. Так, с левой стороны далеко. Довольно-таки крупный поселок Золотуха. По ходу движения Романова. Деревенька. Головком пришел. Начнет приставать. Расскажи страшную историю. Ломится уже в комнату.
направо по ходу город Лебедянь. Ну, малый город России. До сих пор след видно. Зеркало, вернее, впереди. Не видно, а сзади. Зеркало заднего вида хорошо видно этот шлейф. Так, а здесь бензин сколько стоит? Девяносто второй 41.50. Ну, на объездной дороге бензин дешевле. Так, далеко слева село Крутое. С правой стороны на расстоянии примерно 7-8. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Как же ты меня достала. Так, с правой стороны Черепянь и Болотово. И совсем далеко Монастырский лес. Трасса Р-205. Справа у дороги по ходу село Теплое. На отдалении Скуратовка, Большое Попово, поселок Сахарного завода, Нижняя Богусланова, Ключи и Куликовка 2. С левой стороны совсем далеко Большие Избищи, населенный пункт. Там же село Мокрое, Михайловка. Трубичинский лес, Матюшкинская дача. Ну, это лесные массивы. Слева по ходу, прямо у дороги, село Куймань. Полотно дороги вполне приличное. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Но придется помучиться в этом сериале на эти звуковые подсказки. Сейчас по Первому каналу показывают фильм «Крым, Ялта». Эти кипарисы совсем недавно на них смотрел воочию, вживую. Высоко. Высоко.
походу. По ходу движения сухая лубна. Деревенька, наверное, далеко слева тележенка. Трасса Р-205 в объезд. Трасса М-4 Дон в объезд платных участков. Энтузиазм иссяк на дороге. Все, что можно было, наверное, высказать, уже высказал. Слева, походу, Вишаловская дача, справа новая деревня, поселок, ну, прямо у дороги, прямо у дороги. Слева, походу, примерно в 3 километрах студеные выселки. Проезжаем вблизи деревни Смуглянка. Так, вру, не деревня, аэродром Смуглянка. С левой стороны по... Но путь можете посмотреть на карте в самом начале видео. Впереди город. Ограничение 60. Это новая деревня. Город называется. Так, с правой стороны северный рудник, населенный пункт. С левой стороны Кузьминские отвершки. Далеко слева студеные выселки. Аэропорт Липецк. С левой стороны примерно
в 3 километрах. С правой стороны Копцевы хутора. Ну, за деревьями, наверное, не видно будет. Приближаемся к городу Липецку. Скажу заранее, что заезжал в город Липецк, к центру города. Впереди город, ограничение 60. Доехал до центра города, перестроил навигатор и двинулся в направлении Воронежа. Так что будут небольшие покатушки по городу Липецку. Так, Р-205, подъезжаем к Липецку, с правой стороны Липецкий авиацентр. Так, ну, больше ничего такого не вижу особо примечательного. Ну, в Липецке, наверное, эта подсказка до такам замучает своими криками. К Липецку подходит, Липецк, вернее, обходит по объезду Р-119, но я поеду через центр города. Самому интересно посмотреть. Сколько ездил, мало когда заезжал, редко когда заезжал в попутные города. В основном объезжал по объездной, по обходной, по окружной. Везде по-разному называют эти дороги, чтобы не ехать через центр. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 90. Ну, совсем близко от Липецка. Это пригород Липецка, ну и первые дома города. Движение не суетливое в городе. Но пригороды многих городов очень похожи друг на друга. Вот эти вот торговые центры, автосалоны. С левой стороны железнодорожный вокзал Липецкий, Липецк. За вокзалом река Студеновка. Двигаемся по улице Гагарина. Thank you.
чистенький, аккуратный город. Как-то располагает сразу к себе. Достаточно много работающих камер. Об этом сообщает радар-детектор. С улицы Гагарина направо свернем на улицу Зегеля. Пересечем улицу Плеханова. И будем в самом центре города. Наверное. Может и нет. Хороший гид у вас, да? Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Да. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Через 600 метров поверните направо. Улица Зигеля. Да. Центр города. Большой начальник приехал. Ну вот сейчас развернусь, перестрою навигатор. Перестрою навигатор на Воронеж. Вот развернул камеру, чтобы можно было посмотреть. Ну, наверное, управа или что-то здесь такое. Руководство города. Воронеж. Это перестраиваю навигатор. Какое-то время занимает прокладка маршрута, ну и двигаюсь уже в сторону Воронежа.
левой стороны Нижний парк, впереди река Воронеж. По мосту... Впереди камера. Контроль проведен на красный свет. Ограничение 60. По мосту видно будет мост, это через реку Воронеж. Приближаемся сейчас. Да поверни к налево на улицу Первомайская. Заторчик на светофорах, а так движение вполне свободное по городу. Ну, город рассказывать о районах, я думаю, неинтересно. Это будете смотреть середина недели. Кому интересно, увеличьте масштаб, сами посмотрите город, маршрут. Тополи красивые. Или тополя. Ну вот он и мост. И река Воронеж, одноименное название. Не видно, конечно, реки. Ну так, немножко вот сбоку повернул камеру, видно, нет. Ну, пропускной способности моста в такой вот такой интенсивности вполне нормальная. От улицы города. Это вот типа покатушек по Воронежу, если это можно так назвать. Ну, будете иметь какое-то представление, кто не был ни разу, иметь представление о городе. Проспекта Мира сворачиваю на Парковую и затем на улицу Невского.
чем причина? Дело в том, что в Липецке перестроен на Воронеж. Вот сейчас двигаюсь по навигации, по... Смартфон у меня включен. Может быть, приложение дебильное. Сейчас пользуюсь сами увидели приложением Map. Сколько раз приходилось останавливаться? Map.me. Почему от самого начала не пользовался Map.me? Потому что он вел к паромной переправе. А у меня была цель проехать по мосту. Яндекс.Навигатор прокладывает по маршрут по мосту. Но вот во время движения на трассе возникают такие коллизии, очень неприятные. Ну вот трасса называется А-133. Один хрен. У меня цель выйти на... У меня цель выйти на федеральный... Удалять, конечно, не буду. На М4. На М4 Дон. На платную дорогу. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Заехал на заправку. Заправился немного и... по трассе А-133. Вот можете сами наблюдать состояние дороги, вполне приличное. Обгон запрещен, ограничение 90. Это Датакам орёт так. Ну, виноват я сам. Надо было поставить на автоматическое регулирование громкости.
Слева по ходу деревня Стебаева, недалеко от дороги. Подальше деревня Маховище. С правой стороны река Репец. А-183, оговорился, А-133. Установился, по-моему, стекло грязное. Стекло протереть. Сейчас не помню. Машкара налипает на лобовое стекло, и видимость ухудшается. Так-то хорошо дорогу видно, но чистота стекла лобового имеет значение на качество съемки. Может, навигатор перестраивал. Сейчас у меня цель Воронеж, но в Воронеж приехать по трассе М4. То есть, как обещал, показать объездную дорогу, объездные пути. Свое обещание выполнил. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Никаких населенных пунктов, к чему бы привязаться, пока не вижу. Ну, совсем далеко впереди, слева по движению Новое Дубовое, а с правой стороны Гнилуша. Такие чудные названия. Гнилуша. В основном за лесополосой вдоль дороги поля, что слева, что справа. Но впереди, с правой стороны, с правой стороны большой лесной массив. В середине этого массива деревенька, наверное, может, поселок называется Введенка или Введенка.
Ну, вот справа далеко лесопосадки, лесной массив. Слева, с левой стороны Елецкая Лозовка. Лозовка. Елецкая Лозовка. Двигаемся по трассе А-133. Называется Асфальтная улица. Это улица. Вот впереди развязка. Впереди развязка на Дон. Трасса Дон-Дон называется. М4, но тут название на карте Дон-Дон. Два раза. Сейчас пока движение по А-130. Впереди город. Ограничение 60. С левой стороны Воробьевка. Это вот... Еще разметку делают, блин. Что за академики там сидят, не знаю. Ворчит водила. Я имею в виду обочину. Ну, вместо желтой краски красной. Запрещено. Уже в крови все. Опасность. Красный. Нет, блин, желтый нахерачит. Ну вот, стой. Нарисуйте красный. Воршливый какой. Ну вот скоро уже дорожная развязка и с трассы А-133 выйду на трассу М4 Дон. Трасса М4 Дон. Сразу появилась разделительная отбойная. Разделительный отбойник между направлениями. Сразу увеличилась интенсивность движения. Возросла. С правой стороны по ходу конь-колодец, населенный пункт, малый город, по всей вероятности. Ну что, трассу М4 комментировать тут? Все ясно.
бы до нищеты. Показывали съезд на бесплатную, чтобы четко и ясно было понятно. А то нарисованный, попробуй разберись. В общем, все делается через одно место. С правой стороны деревня отскоченная. Отскоченная. Что это означает, не знаю. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Качественное дизельное топливо от Ашота. Качественное топливо от Ашота. Это уже моя выдумка. Качественное дизельное топливо от Ашота. Ашот клянется. Активная торговля на трассе. Все, что хочешь. И подвезут, и подъедут. Любые услуги. Справа, по ходу, Петровская деревня, слева Комсомольский населенный пункт. Ну, Комсомольский покрупнее будет. На заправке дизельные 43, вот по 35, да, или 36 рублей. Качество гарантирует Ашот. Право Богданова. Впереди камера. Ограничение 90.
Трасса М4. Работает радар, радар. Моя белка реагирует на это. Где, я не вижу. Стоит радар. Ну, чувствительность у белки очень высокая, до 5 километров, в зависимости от мощности источника. Я имею в виду радара. А так принимает до 5 километров. С правой стороны к трассе приближается русло реки Дон. Примерно на расстоянии справа, повторю, ну, может быть, километр вдоль трассы М4 идет, проходит русло реки Дон. С левой стороны Айдарова деревня и Староживотинные. Это с левой стороны, а с правой Новоживотинные. Вот так вот. Ни больше, ни меньше. Впереди развязка, значит, левый поворот, это на М4 Дон, я продолжу движение по А-134. Так, заезжаем в Воронеж. Трасса М4 идет в обход Воронежа, а дорога А-134 через Воронеж. С левой стороны аэропорт Воронеж и с левой стороны Воронежская Нагорная Дубрава. Thank you.
Ограничение 70. Ух ты. Ограничение 70. Ну вот, пригород Воронежа. Ограничение 70. Двигайтесь прямо. Появились многоэтажные дома в кадре. Впереди камера. Ограничение 60. Это Воронеж. Двигаемся по Московский тракт. Участок дороги называется Московский тракт. С левой стороны Северный мост. Город Воронеж. Проезжаем через Воронеж. Такая небольшая покатушка по городу. Ну, красивое здание, красивые постройки, дома. Это факт. Ну, небольшие затруднения. Заторы, пробочки. Двигайтесь прямо, затем двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Поверните на кольцо, затем сверните на второй съезд. Сверните с кольца. Ну вот, начинаются, наверное, пробки.
Вот, разворачиваю временами камеру, чтобы могли немножко полюбоваться домами. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Я рассчитывал, что буду по этой улице и выезжать. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Ну, немножко просчитался. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Красный свет. Ограничение 60. С левой стороны северный мост. Там же недалеко черная дамба. Ну, а я сделаю круг. В центре города. Так, ну вот улицы, центральные улицы Воронежа. Ну вот, это центр города, центральная площадь, надо полагать. Остановился, чтобы перестроить навигатор на Ростов. Опасный перекресток. Ограничение 40.
все ж такое. Ну вот по... Что-то я опять... Да елки-палки. Так, сейчас дай мне Бог памяти. По-моему, по Чернавскому мосту я через 200 метров держитесь проеду. Затем держитесь левее. Чернавский мост. Держитесь правее. Затем по-моему... держитесь левее. Ну, а сейчас движение было с площади Ленина на Театральную улицу, с Театральной улицы на улицу Пятницкого. Ну, интересное место. Выехать на Чернавский мост довольно-таки сложно, потому что там с набережной поток идет. Центру города и приходится много времени простаивать, дожидаясь своей минуты, чтобы проскочить между потоками. Ну, это я сравниваю с Владивостоком, с Мурманском. Впереди опасный перекресток. Ограничение 40. Впереди опасный перекресток. Ограничение 40. Эх, дама, как ты мне давишь на нервы. Затем поверните налево. Ну вот, я приближаюсь к развязке, чтобы уйти на Чернавский мост. Небольшая очередь, несколько минут. Дожидаюсь. Ну, затор такой небольшой. Дома красивые. Ну, вот я же говорил, что с набережной непрерывный поток, и нужно поймать момент, чтобы и с левой стороны никто не мешал, и с правой. Но мне удалось проскочить оперативно.
Вот я на мосту через реку Воронеж. Чернавской дамбы съезжаем по улице Брусилова. До кругового движения с пересечением улицы Димитрова, болгарского коммуниста. Затор на мосту небольшой. Там, по-моему, или ДТП произошло, не помню сейчас уже. Опасный поворот. Ограничение 40. Через 500 метров поверните на кольцо. Затем сверните на второй съезд. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Так, покидаем постепенно, удаляемся от города, от центра города, от реки Воронеж. И через два поворота правых оказываемся на М4. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение.
ограничение 60. Ограничение 60. Ох, как ты мне все-таки надоела, достала своими подсказками слишком громкими. Ну вот, в принципе, мы по сути, вернее, на трассе М4 уже. И берем направление на Ростов-на-Дону. Вот интересный участок М4 сливается с трассой Дон. Я трудно понять, платный это или бесплатный участок. Покинули Воронеж. С левой стороны вдалеке Новая Усмань, чуть поближе еще один раз Новая Усмань. Так, с левой стороны много. Почему много? Какие-то вот. Ладно, не буду об этом. С правой стороны Александровка, Никольская. Далеко справа старый Машмед и Песчанка. С правой стороны также тянется русло реки Воронеж, за рекой так, аэродром Воронеж-Балтимор. Что такое, не знаю. Карта у меня не очень удачная, достаточно грубая. Много деталей сообщить, к сожалению, не могу.
левой стороны. Потом государева дорога по одной полосе. Есть места для обгона. Здесь по две полосы. С левой стороны нарисован самолетик и написано «Парус». Ну, наверное, частный аэродром или аэроклуб. Сейчас параллельно друг другу идет М4 и Р-298. С левой стороны Р-298. Так, объединение произошло М4 и Р-298 по одной полосе, ну, в смысле одна дорога, и название ей М4. А М-298 разделилась. Одна часть соединилась с М4, вторая ушла параллельно, не параллельно, а резко в сторону. Так, с левой стороны Каширское село, справа Бирюченское. Совсем далеко слева Кондрашкино.
Движение по трассе М4. С левой стороны, не очень далеко, ну, в километре, наверное, от М4, Можайская. И в километрах в 5 Запрудское село. Это с левой стороны, с правой стороны. Село Данково или Данково и село Старина. Ну, Данков мы проезжали. Что ты будешь делать? Впереди мобильный тест ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Только подумал. Давно ее не слышал. Тут же о себе заявила. Далеко справа Рождественна, на километра 3-4. Еще дальше Нижнемарьино, Добрино, Тресторуково. И совсем далеко с левой стороны, по ходу движения, Юдановка, деревня. С левой стороны, не очень далеко от дороги, Верхний Икорец, 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 Икорец.
Выбирайте сами ударение. С левой стороны не очень далеко, в километре примерно, Никольское второе. С правой стороны Сторожевое. Километрах в 10, не в 10, наверное, 6-7 километров до Выдовка деревня. На расстоянии примерно 10 километров ничего не вижу, к чему бы можно было привязать этот участок. Ну вот единственное, к чему можно прицепиться, это поселок Бобров. Рядом нарисован самолетик, ну, надо полагать, аэродром спортивный или частный. Сравнивать государеву дорогу. Или клуб какой-то. Здесь, скажем так, жил для движения. И красиво, да, иногда видно там панораму, все такое. Быстро едешь, свои преимущества, свои плюсы, злые эмоции. И по государеву, когда душой отдыхаешь. Поехали.
Впереди мобильный пост ТПС контроль скорости. Ограничение 90. Так, платный терминал.
Так, с левой стороны по ходу Шестакова деревня. Слева, насколько хватает, справа, насколько хватает глаз, ничего нет. Впереди Лосева, это место, где можно получить максимально услуг. Тут и стоянка, и остановка, и кафе, и рестораны, и магазины, и сервисные услуги, все, что хочешь. Эфир перегружен рекламой. Эфир перегружен рекламой. Продолжение следует...
Орёт как бешеный. Ну все. Замутите. Ну вот это Лосева. Задолбала эта реклама, блин. Небо хмурится. Так, впереди Павловск. Что это такое?
Может, яблони, может, вишни. Где?
Впереди по курсу. Примерно через 15 километров верхний Мамон. С левой стороны Лозовое, с правой ничего. Верхний Мамон на пути. Населенный пункт. Трасса М4. Далеко слева Нижний Мамон. Приближаемся потихоньку к месту ночевки, к привалу. Это место
Ну, интервью у администратора, наверное. Кафе в начале первой серии. Девушка любезно согласилась на мою просьбу. Буквально несколько секунд сказать о заведении этом. Я вот так вот сравнил чисто субъективное мнение. Я считал, что одно из лучших мест для отдыха, для ночевки, для привала, то вот это место, где мотель остановился в Омской области на ночевку, считал одним из самых лучших, если не самое лучшее. Мне очень порадовало, и я бы, наверное, поставил на одну линейку с мотелем «Омич». Вот огромная тоже асфальтированная стоянка для больших грузов. Бесплатная стоянка. Не знаю, для больших грузов платная или нет, но для маленьких машин бесплатная. Цены тоже невысокие. Довольно-таки приветливый персонал. Уютное место. Можно... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Можно с семьей без проблем остановиться, отдохнуть. Есть крытая веранда, закрытая от солнца. Там детские... причиндалы, ну качели там, все такое для детей. Но, думаю, на видео можно будет это заметить. Обратил внимание, что все автобусы пассажирские, там с туристами, междугородные, обязательно останавливаются. Люди отдыхают, там естественные надобности, приобретают необходимые товары. Я просто был удивлен, сколько там останавливалось автобусов. Место довольно-таки популярное, по всей вероятности, среди автомобилистов. Я остался очень доволен. Тихо, спокойно. Цены вполне приемлемые. Так что, отправляясь в Крым, можете смело остановиться на ночевку, на отдых, на привал вот в этом месте. Повторю, что рекламную информационную часть или ролик в начале первой серии. Я не знаю, как это назвать, рекламно. Это не реклама, это просто информационный такой ролик для тех, кто, отправляясь, это опять-таки с моей стороны, будет планировать себе место для отдыха, для ночевки, то вполне населенный пункт. На мой взгляд, это место ответит всем вашим требованиям. И вот перед поселком... Перед... Ориентир поселок Дядин. Поселок Дядин.
ё-моё, не дают слова сказать. Заканчивается вторая серия. Заканчивается первый день маршрута Москва, Крым. И вот в самом конце этой серии место для ночевки, для привала, для отдыха. Можете смело включать свой план маршрута. Думаю, вы будете полностью довольны этим. Вполне комфортная, вполне демократичная в плане цен. Цены невысокие. В магазине вы, наверное, увидели, есть и игрушки, и сладости, и напитки, продукты, ну, практически все, что может понадобиться, потребоваться в дороге. С левой стороны деревня Полтавка, впереди Дядин, поселок, по всей вероятности, Дядин. Это опять-таки ориентир при планировании маршрута. Ну вот, подъехал, посмотрел, объехал территорию, думал, останавливаться или нет. Время светлое вполне, еще можно было ехать. Может быть, полчаса, может быть, минут 40. Светло, пасмурно. Третья серия начнется опять снова с информацией от администратора от этого места. Ни комаров, ни мошкары, ни кровососов. Тут я не заметил. С левой стороны там под навесом детская площадка. Ну все, до следующей серии.